Техосмотр с Нового года автовладельцы будут проходить по-новому. Из пунктов исчезнут люди в форме. Все полномочия по проверке транспортных средств переходят компаниям, которые получили аккредитацию. В Татарстане это ТАТ-техконтроль. Изменились и сроки прохождения ТО. Облегчит ли это жизнь автолюбителям, узнавала Дарья Турцева. Застраховать автомобиль с Нового года можно будет только предъявив талон техосмотра. Раньше было наоборот. Важное примечание. Полис ОСАГО автовладельцу выдадут лишь в том случае, если до окончания действия талона техосмотра осталось более 6 месяцев. Если вы приходите 15 января в страховую компанию и предъявляете талон техосмотра, то он должен иметь срок действия минимум до 16 июля. До 16 июля. То есть плюс 6 месяцев к моменту покупки полиса ОСАГО. Пройти техосмотр прямо в автосалоне. С Нового года рекламный лозунг станет неактуальным. На новую машину талон ТО не нужен будет вовсе. Автомобили, которым больше 3, но меньше 7 лет, будут проверять раз в 2 года. Ежегодный контроль только за машинами старше 7 лет. Из пунктов проведения ТО люди в форме исчезнут. Когда сотрудника нет, гражданским всегда легче. Но это не говорит о том, что нужно договариваться. Я думаю, здесь страховая организация уже будет подходить более жестко по тем нарушениям, которые будут допускаться на этих станциях. Штрафовать за отсутствие талона ТО автоинспекторы с Нового года не смогут. Исключение такси и пассажирский транспорт. А контроль за наличием полиса ОСАГО остается за ГИБДД. В случае его отсутствия штраф от 500 до 800 рублей и снятие номеров. С Нового года изменится и стоимость проведения техосмотра. Если раньше нужно было заплатить 350 рублей госпошлины, еще 300 за проведение самого техосмотра, в сумме выходило 650 рублей, то теперь в кассу нужно будет отдать только 400 рублей. Госпошлину с передачей полномочий ПТО страховщикам отменили. Дарья Турцева, Равкат Зединов, Вести, Татарстан.